Администрация Сергиево-Посадского городского округа сообщает. Уважаемые жители, очередной циклон накрыл наш городской округ и принес обильный снегопад. Метеорологами объявлен желтый уровень погодной опасности. На дорогах снежные заносы, метель и гололедица. Все дорожные и коммунальные службы Сергиево-Посадского городского округа продолжают работу в усиленном режиме. Задействована вся техника и штат сотрудников. После окончания снегопада в первую очередь проводится очистка посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров, подходов и подъездов к социально значимым объектам. Убедительно просим всех жителей набраться терпения и дать специалистам время для уборки снега. Просим не парковать автомобили у контейнерных площадок, в узких проездах, чтобы у техники было пространство для проезда и уборки.